Знаменитые Кока-Кола и Пепси могут вызывать рак, утверждают американские правозащитники и требуют запретить один из компонентов популярных напитков, так называемый карамельный краситель. Власти Калифорнии на законодательном уровне постановили либо изменить рецепт колы, либо предупреждать об опасности онкологических заболеваний на этикетках. Пить или не пить сладкую газировку, разбирался наш собственный корреспондент США Максим Дробок. Радж ящиками грузит колу и пепси в багажник. Закупает на 2 недели. Каждый день выпивает по несколько баночек. Говорит, это уже привычка подтягивать содовую, сидя у телевизора. Если будет знак с предупреждением, что это вредно, мы не будем пить. Если же нет, будем и дальше употреблять эти напитки. В состав карамельного красителя колы и пепси входит 4-метилимидазол. Это вещество вызывает рак. Опыты на мышах подтвердили возникновение опухолей. Но прямых доказательств, что вещество опасно и для здоровья человека, пока нет.